Что у нас такое двойной удар? Это когда одна фигура или пешка нападает на две фигуры. Олег Мулаяров увлечен спортом давно. Он действующий чемпион страны по стритлифтингу. Сегодня привлекает к активному образу жизни школьников, обучает их азам игры в шахматы. А еще в своем дворе, что на улице Берша, проводит турниры по футболу, баскетболу, стритболу для своих соседей. Мы на открытой площадке занимаемся с детьми, футбол играем. Ну, у себя на районе Берши. И турниры? Дворовые игры, да. Вот в прошлом году турнир был по футболу, проводили я сегодня. Ну, вот зимой тоже и в футбол играем. Частый гость Мулаяров и в тренажерном зале. Тело в тонусе, эмоциональное состояние всегда приподнятое. На днях Олег вернулся из Москвы с Кубка страны по стритлифтингу, где выиграл золото в ветеранской группе. И весной он выступит на чемпионате Европы и мира в Санкт-Петербурге и Москве. Готовимся. Вот прошли отбор на чемпионат Европы, на чемпионат мира. Я думаю, что поедем. Результаты жесткие, судя по прошлому году, там от 70 килограмм надо отталкиваться, 65 минимум, чтобы попасть в призы. Суть стритлифтинга проста. Это силовое двоеборье, включающее в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях с дополнительным весом. И этот вид Мулаярову нравится. Его мечта – стать чемпионом мира. Наш девиз – вперед за здоровый образ жизни. Делайте, старайтесь, что можете, занимайтесь тем, что вы любите. У вас все получится. А пока тренировки и занятия в Доме дружбы соседей со школьниками, которых он обучает азам этой игры.